целях недопущения возникновения очагов возгорания на территории Одинцовского городского округа рекомендуется воздержаться от разведения костров и курения в лесных массивах и на прилегающих к лесам территориях. Помните, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Граждане могут быть оштрафованы минимум на 5000 рублей. Для должностных лиц эта сумма будет больше в 10 раз. Размер штрафа для юридических лиц может доходить до 1 миллиона рублей.